Здравствуйте, друзья! У нас рубрика «Интервью с блогером». Мне кажется, так неплохо пошла. И мы уже там, наверное, с десятком блогеров переговорили. Каждый раз это очень интересно для меня, например. Потому что неожиданно, знаете, как вот первый раз человека видишь, и там какой-то разговор, симпатичные ребята, очень хорошие. И они, в общем-то, так подключаются, то есть... Постоянно кто-то пишет там, давайте поучаствую. И есть еще такая линия в этом во всем, когда мне говорят: Михаил, вот там есть женщина, замечательный блогер, и вот, но она сама не будет вот навязываться. То есть мы вот ей говорим, вот там есть возможность такая, она нет, вот она как-то вот гордость там или еще что-то. Я не знаю, дело в том, что я-то пригласил всех, то есть у меня как бы ощущение такое, что человека уже пригласили, но я не то, что там поленюсь или как-то, значит, откажусь кого-то позвать индивидуально, если ему это важно, чтобы в таком формате происходило, то я со всем удовольствием, о чем речь-то, мы же серьезные вещи делаем, мы хотим показать вот как бы людей интересных. Поэтому я с удовольствием им напишу и приглашу, и как бы не вопрос. Так что давайте. Единственное, что я тогда должен буду, может быть, посмотреть сначала там о чем речь и о ком речь. И да, кроме того, вы можете не знать об этом, но могли быть какие-то обстоятельства в прошлом, которые как бы не позволят мне поговорить с конкретно вот этим человеком или конкретно вот тем человеком. То есть как бы есть какие-то отношения, которые, может быть, вы не в курсе, но они есть. Так что предлагайте, ребят, не вопрос. Предлагайте лучше в личке, не в комментариях, а в личке. Вот, и как бы если вы не знаете, как пользоваться личкой, ну спросите, вам скажут, как пользоваться личкой. А в комментариях так уже прямо не надо. Вот. И правильно, если вы не имя дадите, а ссылочку дадите. И эта ссылочка автоматом окажется на модерации. Вот. И я там прямо вот и посмотрю, там мало чего есть на модерации. Там за день, может, там пару-тройку сообщений попадают. Так что ничего не пропадет, все останется, значит, на месте. Вот, наверное, все. Счастливо!